Всем привет, ребят, с вами я, Антромер, и я смотрю, вам очень сильно зашел видос по решению проблемы Resident Evil 2 XE. Аж на 4000 просмотров, огромное спасибо за такое число, это самое популярное видео на моем канале. И сегодня я решил тоже, как сказать, эту проблему решить, только немного в другой игре под названием Devil May Cry 5. Решение полностью аналогично самому Resident Evil 2. То есть мы просто качаем обнову для винды и все. А если у меня винда пиратская? А если у меня аккаунты уведут? Смерть компу? Нет, ребят, такого тут нет. У меня у самого винда пиратская, и я смело устанавливал обнову, и ничего такого нет. То есть не бойтесь, вашу винду не заблокирует, это точно. И чтобы у вас не было вот данной ошибки, нам просто надо перейти на сайт Microsoft и скачать оттуда обновление Windows. Сразу скажу, что этот способ, скорее всего, поможет не всем. Потому что под прошлым видео писали то, что способ им не помог, и проблема у них была совсем другом. Но также я вам рекомендую обновить драйвера вашей видеокарты. Ну что ж, давайте тогда перейдем на сайт Microsoft. Ну что ж, вот мы на сайте Microsoft, все официально, никаких троянов к вам на комп и прочей херни точно не загрузится. Нажимаем кнопку скачать, и тут выбираем пакет в зависимости от разрядности вашей винды. У меня 64-разрядная, поэтому я качаю ее. И скачка занимает не больше минуты, наверное. Ну, смотря скорости вашего интернета. Да, ребят, я скачал. И вот я нажимаю подготовка к установке, и мне выдает ошибку. Сейчас я покажу, как решить ошибку, которая в данный момент у меня сейчас появилась. А если я попытаюсь установить этот пакет, то он у меня уже будет установлен, и он просто не захочет его устанавливать. Ну что ж, ребят, тут надо зайти в панель управления вашего компьютера, система безопасности, администрирование, службы, и тут мы должны найти центр обновлений Windows. Довольно-таки легко его найти, он в самом низу, вот. И тут мы нажимаем «Свойства». И тут мы выбираем тип запуска вручную, либо же автоматически. Смотря как вы хотите, это совсем не влияет. Тут нажимаем вручную и нажимаем применить. После этого начинаем установку, и после установки перезагружаем компьютер, и все, у вас должно все заработать. Еще раз скажу то, что способ может помочь не всем. Ну и на этом все. Если я тебе помог, то напиши свой комментарий, поставь лайк и подпишись на канал. С вами был Антромер, и всем пока-пока и удачи!